Всем привет, меня зовут Сергей, приветствую вас на канале 1Серж23. Данный ролик посвящен изготовлению тента для моторной лодки легкого класса Видбот 390 DSM VB. Только что я делал отдельный ролик, посвященный непосредственно данной лодке, обзору данной лодки. И сейчас на лодку изготовлен тент. Вот он находится в данный момент в кисе. Кис — это мешок для тента. Вообще, на самом деле, как бы сказать, если вы заказываете у меня тент для своей лодки, не забывайте заказывать кису. Киса продается, делается отдельно, но при изготовлении тента она, стоимость кисы, практически стоимость материала, который на нее идет. Так что, но это при любом раскладе идет отдельная опция. В данном случае здесь заказано, поэтому вот кисы сделаны. Какие сложности здесь при изготовлении тента на данную лодку, с которыми я столкнулся? Тент получился сложный, реально сложный тент. То есть это один из как раз вот из тех случаев, когда вроде небольшая лодка, а работы с ней как с большим катером. Проблемы, с которыми я столкнулся, это на самом деле следующие проблемы. Первая проблема. Сейчас немножко сдвину камеру, чтобы было видно. Первая проблема — это роульс. Роульс имеет острые края. Вот я вам показываю. Конкретно острые края, которые рвут, порвали предыдущий тент, который был сделан на заводе. Дальше. Лодка имеет очень низкий рым. Очень низкий рым и очень низкое ухо для крепления, очень низкую опору. Поэтому здесь пришлось поизгаляться. Потом следующим моментом, то есть вот эти вот кнопки, которые стоят на стекле лодки, они стоят на половине корпуса лодки, практически на половине корпуса лодки, они тоже могут рвать тент. И опять же, следующий момент — это лестница, которую предстояло обыграть, потому что на нее тоже идет нагрузка. То есть она тоже дает нагрузку на тент. Эти все вещи пришлось учесть. Учитывать их пришлось достаточно сложным способом. То есть пришлось делать усиление по всем вот этим вот проблематичным местам. Тент на данную лодку изготовлен из ткани даджа 300 грамм. Ткань ПВХ черного цвета. Такая же, вот как с которой сделана киса. Как еще раз говорю, что кисы делаются отдельно из той же ткани, которая идет на лодку. Из обрезков ее сшить нереально, поэтому про это можете забыть. На нее нужен полноценный кусок тента, тентовой ткани, и поэтому делается она индивидуально, под заказ клиента. Дальше. Изначально на подобные лодки, на маленькие лодки я делаю одностропную систему тента. Но на данную, как раз вот именно на данную лодку, более грамотно и более качественно лег двухстропный вариант тента. То есть это тоже получилась более сложная работа, потому что на последний видбот 390 у меня ушло на изготовление 4 часа, а вот с данной лодкой я прозанимался 3 дня полноценно. Но сейчас я нажму на паузу и покажу вам, что у меня получилось. Сейчас одену тент на катер. Так, ну вот, тент на лодку я надел. Вот смотрите. Тент надет, по сути, как барабан. Осадки на нем стекать, собираться не будут. Нос полностью усилен на тенте. Так что здесь все хорошо. Две стропы, которые удерживают тент от полоскания. Сейчас я сниму камеру и покажу. Как это все дело получилось вблизи. Так, вот смотрите. Носовая часть обыграна, роульс усилен. Здесь идет стекло. Осадки. Осадки, которые будут попадать на тент, соответственно, если приподнять чуточку нос, будут полностью уходить.
Вот выступает лестница. Лестница тоже усилена. Задний карман под стропы. То есть вот он. Здесь находятся чисто стропы. Мотор тоже полностью весь укрыт. То есть, по сути, тент на мотор уже не нужен. Но это чисто на усмотрение. Здесь идет тоже усиление по всем креплениям, где вот эти вот кнопки выступают. Ну, тент еще подосядет. Ну, не подосядет, точнее, подрастянется, встанет на свое место по мере эксплуатации. То есть чуть-чуть он обыграется еще. А так вот. Любые осадки, которые сейчас будут попадать на тент. Тент предназначен для транспортировки, для хранения лодки непосредственно круглогодичная на улице. Без малейших проблем. Единственное, убирать снег, иначе сломает стекла. То есть, если сюда вот навалит стекло, навалит снега много, то вот это вот стекло, оно просто сломается и все. Так что вот. Борта укрыты. Лодка будет приходить чисто. Ну, соответственно, сделано специальное отверстие для того, чтобы можно было притягивать лодку. Тент надевается с носа на корму. И соответствующим образом снимается точно так же. Сначала снимается корма, потом снимается нос. Все. Смотрите продолжение. Вот таким образом получился тент на моторную лодку Ветбот 390 DCM ВБ. Лодка модернизированная. Про ее обзор по данной лодке будет отдельно. Посмотреть будет, думаю, интересно. То есть эта лодка очень интересна тем, кто ездит и планирует ездить на моторных лодках, не имея при этом ни прав, ни, соответственно, этих, как его называется, и не хочет регистрировать лодку в ГИМС. Так что вот, спасибо за внимание. Надеюсь, ролик вам понравился. Нужны будут проблемы у вас, нужен будет тент, обращайтесь, всегда вам помогу. А так, все вопросы и прием заказов, как всегда, через почту, почта 1serge23@mail.ru, обязательно всем отвечу. Спасибо за внимание, до свидания.